Добрый день, дорогие друзья, с вами снова сегодня Драгун, и мы продолжаем наше приключение в глобальных модах Azur Lane и гигаструктуры. Вот тут потихонечку и хов раскапываем, что-то там делаем, строим какие-то мегасооружения. Главное, достраиваем наше прекрасное колечко, которое нам даст вот уж прелесть какая коробки на корабли. Кстати, это нужно будет, потому что содержание они таки требуют. Как и белые, кстати говоря, кубы тоже на это дело уходят. Мы разогнали себе науку, мы делаем репитки и мы строим флот. Кстати, реформу можно будет сделать, но я не решил, что там брать. Итак, тем временем наша основная проблема в жизни — это спящие, которые немножечко меня ненавидят за космогенезис, которым я занимаюсь. Нам нужно будет как-то с этим жить. Что ж, будем, значит, как-то с этим жить. Но репитки, как говорится, никто не отменял, и они нам должны помочь. Особенно на строительство мегаструктур, это хорошая тема. Помимо этого, мы еще занимаемся тем, что обустраиваем себе возможности обороны. А именно, везде поставили Аспис Бастианы для того, чтобы у нас был FTL-ингибитор на каждой планете. И случись, кто-то к нам залезет, его будет ждать неприятный сюрприз в виде невозможности выйти из системы. Да, попов нам по-прежнему нужна просто тьма. И еще немножко сверху. Почему? Потому что, ну, просто идеально, как бы у нас джоб не хватает на наших высоких планетах. Мы будем их подкачивать потихонечку, снижая размер империи и увеличивая их эффективность. Так, military build-up у нас доделался, новых у нас нету. Кстати, по поводу Starwish поинтов, надо посмотреть где-то, как они. Всего 217. То есть мы пока что Элисию качнули. Следующее, я хочу вообще на самом деле Ношера качнуть, наверное. Почему, спросите вы? Потому что она у нас также адмирал. И адмирал довольно-таки злой. Перков, конечно, просто тьма у лидеров. Просто не хватает даже UI для того, чтобы все отобразить. И Ношера мы будем с первого левела перекачивать. Ну, собственно говоря, нам в этом деле очень поможет наличие экспы, которое идет за репитки. Так вот, я не помню, из какой она банды. Наверное, из девчонок Сакуры. Да, так и есть. Значит, во-первых, мы с ней клятву любви заключаем. Вот. Что это нам дает? У нее изменилась картинка, стала миленькой и красивой. Blessing of First Bloom это на самом деле Элисия дает. Shield damage плюс 15, то есть мы должны энергетикой вообще валить жестко. Pledge. Это, наверное, favorability.
Что у нее? Рейндж на флоте. Evasion, Hull, Shield, Armor, Damage. Прикольно. Вот. И она у нас, собственно говоря, качнулась. Она нам еще и репитки должна вообще бафать на 50%. Я этот момент не проверил, а это неправильно. Давайте проверим. У нас ракетные репитки 10 левела. Это 50% бафа. Если мы возьмем какой-нибудь флот, на котором не сидит лидер, где-то в этом огромном списке будет Explosive Weapon Damage. Но беда может быть в том, что этого Explosive Weapon Damage мы можем не увидеть. Почему? Да просто потому, что нету здесь ракет у этих кораблей. Есть они вот здесь. Explosive Weapon Damage. Куча разных процентов. И Fire Rate куча. 45, 15, 15. Итого это таки 75% Fire Rate, который мы должны были получить с 10 репиток. По страйк крафтам тяжелее. Там 290, 15, 15. Fire rate у нас у страйк крафтов почти 30 левелов. Это как раз 290. Нет. Нет. Похоже, что нас обманули. И таки эффект не удваивается. Все-таки нас обманули. Да, репитки работают как as is. Ну что ж, жалко очень, но может быть на ее флоте что-то меняется. Давайте посмотрим. StrikeCraft Fire Rate бафнуты, но не похоже, что репитки сильно влияют. Ладно, значит, будем жить так, как есть. Окей. Нью-Джерси продолжает апать скиллы. Enterprise продолжает апать скиллы. Окей. А, у нас уже по 30 боевых репиток в физике. Это на самом деле весьма респектабельное количество. С этим уже не стыдно маме показаться, как говорится. Так, мы будем, наверное, разбирать старые флоты по мере того, как у нас Naval Capacity будет заканчиваться. Соответственно, Ян должен пересесть будет. А, ну у меня еще достраивается. Да, у меня еще флагшипы достраиваются, хэви батлшипы, вся история. Окей. Кстати, гигаконстракшн. Я его не добрал. А все туда же поперся, знаете ли себе, планеты апать. О, уже 2 месяца, надо же. Все-таки репиткам требуется дофига науки, это хорошо. Не будем так имбовать. Фракция милитаристов у нас затесалась. Ну, знаете ли. StrikeCraft Damage. Здесь мы докачали Мегаструктур билд спид, значит армор. Теперь. Азерлейн ассембли, аудиментейшн, автохтонку обязательно тоже поставим. Молекуляр ревитализейшн, виздом кьюб. И автохтонка. Почему? Потому что привлекательность принципов, счастья и лимит указов как будто бы на что-то повлияет. Придется здесь строить хаузинги и отключать гидропоников.
Никуда от этого не деться. Allering World. Ресурсы от Job плюс 20, Happiness плюс 10. Да, мы теряем 25% роста, но да и пофиг. То есть вот такая примерно у нас сборка одной планеты будет. Релиз сторит наноботов. Планета Rebuild Speed плюс 10 000%. Это нам обойдется в определенную кассу нанитов, но мы это можем себе позволить на самом деле. Бяу. Планета построится мгновенно. Практически. Мне это нравится. Так, давайте тогда Allering World везде включаем. И не переживаем на этот счет. То есть пока что эти рингворлды будут, конечно, нам попов всячески производить, но со временем мы их всех заселим. Сейчас, наверное, я одну планету сделаю. Одну секцию, точнее, сделаю работающей на кубики разного вида. А дальше будем посмотреть, что как пойдет. Благо, да, я надеюсь, нам жилья много не нужно будет, поэтому да, мы должны быть окей. Застройка достаточно простенькая. Нам главное не забыть потом одного этих джобы челиков, которые еду копают, убрать. Жалко, билдинг слотов не дается здесь дополнительных. Я бы за это поборолся. Но, видимо, придется терпеть, как есть. Ничего страшного. Сейчас очень быстренько это все построится у нас. Все-таки этот обил каноны, это просто нечто. Мгновенно застраивать планету именно вот в Азурлейне — это действительно очень ценная штуковина. Все, максимально здесь на ячейку зданий разгоняем у нас производство попов. Наших дорогих девчонок, которые будут работать на нас. И приносить счастье и свет красоты в эту темную несчастную галактику. Потому что, как говорится в таких случаях, а кто еще на это способен? И нам нужны будут вот эти кубарайоны. Они, кстати, производят редкие ресы из Zero. Апкипа Джо будет снижаться на 1% за каждый район. Соответственно, эти джобы в итоге будут, ну, очень-очень сильно меньше требовать. Кубе мы ее назовем. И давайте наймем губернатора для этой прекрасной планеты отдельного, потому что это пригодится. Далее вопрос, какая красивая. Всех ли уникальных губеров я уже нанял? Потому что по-хорошему надо их всех собрать. Independence, но ее лучше на кораблик, по-моему. И пусть они потихоньку качаются, пока ждут себе планеты. Cancel ability, Security, Weapon Damage, Empire, Unity Output, Trade Value, круто. Job, Unity Output and Comfort. Добро пожаловать в команду. Официальная девчонка. Сразу кучу скиллов получает. Это доп. Районы. Это 4 машинки. И на что-то еще тебя качать сразу, наверное, не самый лучший выбор. Девочка Саратога. Придется не забыть, что у меня кое-какие скилл-поинты не использованы. Unwavering Resolution.
Governor, Job Resource Output, Reduce Building and District Upkeep. Пойдет. Добро пожаловать в семью, моя хорошая. Так. Starvish Charge. Acquire Upgrade Exclusive Skill. А, это фикс из-за того, что она сразу апнула левел. Ну, у нее, соответственно, доп. Районы. Четыре машинки, а дальше по ситуациям. Окей. Поехали дальше. Чеширка. Ты у нас тоже. Maximum number of districts and trade value of the planet. Increase the happiness of population. Прекрасно, я считаю. Дополнительные дистрикты — это всегда хорошо. Как раз таки на вот этих вот кольцах это будет весьма и весьма актуальной историей. Так что Чеширу мы, наверное, можем сразу расценивать. Кто еще есть с уникальными скиллами? Благо, энергия у нас теперь есть на всех. Signet, Fish and Chips. Job Efficiency, Comfort, Increase Pop Happiness After Level 2. Окей, ты у нас тоже девочка трудолюбивая. И тоже сразу апнулась. Левел они сразу 16 получают как раз из-за скилла одного из моих лидеров, который позволяет... О, сколько мы монет можем накупить. Сторить экспириенс для будущих лидеров за счет наук. Plymouth Rejoice the Radiance. Ух ты. Так. Increase Job Energy Credit and Unity Output. То есть ее на энергию или единство можно сажать. Интересно. Но пока что тебе стандартный набор выдаем. Enhanced Detection. Weaken Detection. Непонятно, что за детекшн у нее. Сёчер аутпут бафать может, но апкип увеличивается. Интересно. Интересно. Машинки набрали. Official. Reload Command Vanguard Unicorn. Что за unique skill? Rate of fire of ship weapons. А, cancel. Reduce upkeep cost of planetary job. Крутой советник на самом деле. Job unity output. Reduce planetary job upkeep costs. Прикольно. Any position. Но у меня совет уже выбран. Ладно, все равно она как губернатор нам очень даже пригодится. Красивая, милая, немножко смущается. Прелесть, одним словом. Кто здесь есть из Ruler Cover Fire? Надо же, да, здесь больше у нас нету талантов. Есть ли здесь таланты, которых я еще не знаю? Official Templar. Интересно. Unity и Consumer Goods улучшает. Society, Governetics, Job Unity. Тоже говернор неплохой. Ага, каждый месяц вы будете получать дополнительные energy кредиты, эквивалентные какой-то пропорции единства. Но надо в совете сидеть. Прикольно.
Разнообразие, конечно, глаза разбегаются, чтобы всех лидеров здесь изучить и начать выдумывать какие-то бинды, билды и имбовые связки. Тут, конечно, не одну компанию нужно будет сыграть по-хорошему. Система лидеров, конечно, имбоватая, но мне нравится. Правда, вот эти старкоины стоят каких-то абсолютно запредельных денег. Precision Salvo Protocol. Содержание строений. Стоимость билдингов и армий. Ship Building Cost After Level 3 снижает. Governing Ability. Интересно, как это будет работать. Наверное, только в рамках системы, как старые скиллы в Стелларисе, когда они новую систему перков, собственно, завезли. Так, ну тут все по стандарту. Добро пожаловать на борт. Командер, командер. Да, там был unlimited skill, но по сути она командер. Рапсудия тьмы. Official Hardwitch. Ой, боже, сколько текста. Снижает преступность. Увеличивает Governing Ethic Attraction. Получает мастери с талент-поинтами. Их можно аллокейтить. Personal Management панели. Три разных направления усиления. И можно скинуть. Central Focus это трейд. Job Upkeep снижает. И использование благ поселениями. Technology increase output of research points. Production, еда, минералы, energy production. Интересно, но не необходимо. Ладно, посмотрим. Но выглядит очень прикольно. Угу. Главное не забыть, что у нее эти мастеры есть. Под определенные нужды. Все. Роднуля. Стандартная раскачка. Так, командер, командер. Вот эти недоступны. Вот видите, они. О, ты доступна. Вау! На 30-м левеле она разблокает особое возвышение. Needs to be at level 30. Commander. Она вообще. Ship Weapon Damage, Evasion, Tracking. Может иметь два батл мода. Weapon Damage, Hull Damage, Shield Penetration на 100 увеличить. Increase Hull Value, Armor Value, Shield Tolerance. Что? Dodge и Shield Hardening на 100. Вау. Стопорит вражеский флот. Блин, я ее найму прям сразу адмиралкой. Пусть качается до 30-ки. Я хочу посмотреть, что это за возвышение. Ну и просто как бы стильный адмирал. Так, switch to defensive mode. Мне он понравился, этот defensive mode. Соответственно, берем дамаги. Уникальный скилл на дальность. И докачиваем ей evasive маневр. Красота. Красота, страшная сила. Так, какие еще у нас есть уникальные... уникальные правители командеров. В игре, конечно, много, но оно и понятно. Девочки-то про флот и войну. Так.
Здесь что-то у нас есть? Нет, здесь никого не добавил. А, нет, Unique Skill. Official. Unfettered Freedom. Что за Unique Skill? Planetary Trade Volume and Expert Job Output. Это специалисты, наверное, перевод. Может получить черный камень, может получить каждый месяц белый камень. И третья возможность вакантна. Когда 12 раундов заканчивается, за каждый черный камень она увеличивает output металлургистов, за каждый белый артизанов. Если по концовке раундов 12 количество черных и белых камней одинаково, один, дополнительно 3 штуки каждого будут добавлены. На год может бафнуть их специалистов. Короче, какая-то... Вы втираете мне какую-то дичь. Но девица, походу, крута. Играет в игры с непонятными камнями. Она, короче, может быть этим промышленником. Так, что у нас здесь? Здесь у нас уник скиллов, да и лидеров особо нет. Но у нас еще пошли крутые девочки. Так, но у нас коинов мало. Давайте пока притормозим. Почему у вас половались имена? Ладно. Так, теперь Саратога. Тебя зовут Саратога Гов. Угу. Бункер Хилл. Чеширка. Сигнет. Плюмоут. Плюмоут. Гоф. Юникорн. Можно сказать, у нас из Академии выпуск случился. Как бы конец сезона случился, видимо. В аниме. Так, Гасконь. Гов. Густфон. Персеваль. Гов. Ченхай. Ченхай. Гов. Люка Азума Рейнс. А почему... Они вверху списка. А, потому что они не заняты. Все, окей. По командирам у нас есть Хинденбург. Сайентистов я не нанимал. Ну и ладно. Теперь давайте качать. Давайте посмотрим на эту девочку. Шип Weapon Damage 40. Evade 10. Трекинг 20. ХП армор по 30, шилды 60, вейжен еще 20% и шилд харденинг 100. Ой. Как же ты, девочка, полна имбой. А почему у нее киборг трейд дает ресерч на планетах? А он у всех так дает. Он, кстати, рейндж дает, что тоже круто. Но ей рейндж не выпал.
Блин, очень обидно. Давайте реролним, может, повезет. Пусть она будет чемпионом народа. Нет, нет, нет. Не свезло. Возьмем Трикстера. Адмирал. Зато артиллери фокус сходу есть. Артиллерист есть. Так. Resilient Commander, Shield of Master, Ганнер, моя любимая. Все на дальность, все на урон, все на имбу. Commanding Presence сразу берем, чтобы она могла побольше кораблей управлять. И Врекер? Нет, Джули Ригет, нет. Нужен этот перк, который Шибрекер, потому что он даст Armor Hardening. Так, теперь девчонки. Мне нужна девчонка на кубофабрику. Unity from Job Amenities 01. Вау. А, нет. Building upkeep district, upkeep ресурсы и upkeep job. Ну, такое. Happiness Trade Value 2 дистрикта дает. Вот это на кубовую планету мне уже нравится. О, она ресерчер. Ты у нас просто Unity и upkeep job. Спиритуалист этик attraction плюс 200%. Какая прелесть. Мне нравится Чеширка с ее макс-дистриктами плюс 2 на планету с этими кубами. Она прям первый кандидат. Чешира. Давай, девочка. Привейт майнеры. Ну, вообще левая история. Ну, вообще какую-то левую фигню она решила покачать. Ну да ладно. Индустриалист специалистов баф. Нет себе. Efficient Staffing у нее есть. Это можно сразу на плюс 3 вкачать. Соответственно, так как мы роботы-киборги, то нам интересует вот этот бот-лорд. А дальше, в принципе-то, ничего и не нужно ей. Из этого всего... Металлургисты, артизаны. Я вот не знаю, будут ли они здесь доступны. Но можно, пожалуй, на редкие ресы. Нет. Но надо делать выбор. Ладно, давайте попробуем взять вот эту штуку. Может, она действительно там редких ресов принесет. 7,62. 7,78. Если вкачаем еще... Нет, на эти джобы это, походу, не влияет. Очень жаль. Могло бы быть круто. Возьмем тогда и сеттлеров. То есть даже если мы сейчас включим время, да, да, эти джобы не повлияло. Ну ладно, ладно. Ой, уникальные скиллы, боже мой. Что еще мы сделали тем самым? Мы себе Starwish поинтов подняли, потратив монетки. Кстати, нам нужна как раз Чешира, которая будет сидеть коробки там делать. Но помимо этого, она может также что-то полезное нам сделать. Если бы здесь было что-то на редкие ресы. Плещен апкип. Кошмар. Unity, happiness. Плещен grow rate. Нет, на редкие ресы здесь ничего нет.
Fire size from inflation, inflation upkeep. Ну, допустим, social investigator. Ай, хорошенькая. А еще нам нужно нашу адмиралку поймать. Или я ей, по-моему, вкачал все. Я ей вкачал все. Остальные девчонки ждут своей участи. Итого, что у нас есть? У нас 455 Starwish поинтов. Это значит, что мы находим нашу Ношера. Где эта красотка? Вот она. Ношена альбом. Грейд скиллов. Сейчас мы ее будем вкачивать. Мы ее будем беспощадно вкачивать. Элитный скилл поинт за 100 старвишей. Того у нас останется 300. Что мы можем взять? Ну, точно не генеральские истории. Пенетраж, шилдов, шилдэмэдж. Такое 7. Шип вапон рейндж 40. Артиллерий вапон дэмэдж, то есть эльки. Плюс 40. Я возьму фьючер обсервейшн. Потому что она у нас авиками рулит. А вот эвэйжн ей пригодится. Думаю, что да. Еще один скилл мы получим в любом случае на реконстракшене, как минимум. А два advanced скилла берем ей. И на эти два advanced скилла ship base speed, evasion chance, evasion. Для авиков прямо-таки must have. Авики у нее уже взяты. Shield value ей дать. Ship weapon range, ship engagement range. Кстати, engagement range может быть очень даже хорош. Out of horizon strike. За горизонтный удар. И 4 скилла можно базовых ей вкачать. По 20 старвишей. А вот старвиши на перерождение мне уже не хватает. Печально. Очень, знаете ли, печально. Мы дамаг вкачаем окончательно. И будем evasion раскачивать. Итого нам нужны замечательные старвиши. Коих у нас осталось 193, а нужно 200 на перерождение лидера. Ну ничего. Мы до этого дойдем. Прекрасно. Прекрасная госпожа. Прекрасная госпожа управляет флотом, который теперь считается 40-миллионной силой. Давайте посмотрим. Весьма неплохие статы дефенса. Скорость ее кораблей становится просто запредельной. Evasion 90%. Это серьезно. Это действительно серьезно. И, наверное, Advanced Afterburner даже в итоге будут вот потом не нужны. Ну и damage у нее, конечно, разапан. Weapon damage. Какой у нас дальности мы достигли для нее? Трекинг, кстати, 105. Никто не увернется. Ship engagement range. То есть вступление в бой 170%. Имба на имбе имбой погоняет. И weapon range 195%. То есть почти 200%. Условно говоря, наши торпеды могут фигарить на дальность 540. Это через всю систему. Наши ПВО фигарят на дальность 75. Это как L-лазеры почти что. Да, это существенная история. Ношера класс керриер. Надеюсь, спящий ты уже трепещешь. Потому что твое время скоро настанет.
Так, это у нас еще баф на мегаструктуры. Баф на планеткрафты, это кмуны. Так, пацан апнулся, он нам минералы копает. Хорошенький. Galaxy Mind Network Access. Everything belongs to the mental network. Теперь мы ментальную сеть вообще распространяем чудовищно. 3 месяца на социологии. Что ж, это очень хорошо. Так, ну, благо нам тут 32 дня мы еще можем строиться. Кстати, надо достроить вот эти все истории. Пока мы ждем производства попов, они нам очень-очень пригодятся. Да. Попов мне еще производить и производить. Это при том, что у меня их 2000. О, надо же. Апчик. Кстати, и влияние надо будет сейчас потратить. Так. Ancient Refinery нам пригодится, потому что даст ресы. Аспис Бастиан, да, по известной причине, как я уже говорил. Астрал Сифоны я разгоняться строить сильно не буду на таких ключевых кольцах. Без них проживем. Что еще здесь сейчас необходимо? Майн персоналити матрикс я забыл везде поставить. О, вот это был. Вот это Стирлиц был близок к провалу, черт возьми. Ну, как раз за 32 дня, которые делает Ноночка. Не постро... Боже, они по 2000 науки дают. И по 340 энергии. Али это намного лучше, чем превращать чужих попов в недороботов. Давайте майнд персоналити мы вверх подвинем. Далее. Нанаробот мейнтенанс. Нет, я думаю, мы без него обойдемся. Nourishment Center. Omnivident Administration. Интересен только тем, что он снижает потребление жилья, но его и так тут нет. Скайдом, да нет, у нас хватит. О, вот фабрики можно будет сразу построить, но это потом. Знаете, что я не сделал? Я не прошелся по своим замечательным... своим замечательным, блин, строением. Называемым филиалами. Так. Вообще надо подумать, хочу ли я здесь и дальше строить вместимость флота. Или вместо нее какие-то ресы начать добывать. Еда мне вряд ли когда-нибудь понадобится. Минералы? Возможно. Но здесь точно можно. Там же еще джобка дается. Коммерческие форумы. Да ты ж моя прелесть. Давай. Как вы видите, энергии нам понадобится на монетки для девочек просто дофига. А вы думали, гарем это так просто и дешево? Нет. Такой гаремчик требует серьезного содержания. Это просто, чтобы сюда какая-нибудь рандомная мегакорпа преступная не заехала. Поэтому застраиваем. Так. Готово. Armor hit points. Это по-прежнему нам будет бафать экспу лидеров. Кстати, рост привязанности. 1.07 поинтов. Мы наняли 35 лидеров. Лимит текущий 64. Привилеч левел 6. Ключ бесконечности. Угу. Угу. Окей. Ладненько, ладненько. Так и живем.
А что я строю на столице? А на столице я строю сплавы, коих мне для флота нужно будет просто бешеное количество. И, кстати, столица заселяется достаточно эффективно. А хочу ли я на столице делать науку? Я не думаю. Во всяком случае, не сейчас. А вот сплавов нам понадобится тьма. Поэтому еще 5 джоб здесь не помешают. Недоливирка. Недоливирка строится. Мне, кстати, дофига всего должно строиться, по идее. Wisdom Matrix Source. Source. А, вот эти штуки можно поотключать из списка, да? А, они из списка не хотят убираться, да? Упс, какая жалость, да? Могли бы расчистить квадраты. Interstellar Central. Так, и буки Гов 29. Это наши девчонки прапались, которые на научных кольцах сидят. Хорошо. Это радует. 154 тысячи науки. Ну, не стыдно маме показать, как говорится, в таких случаях. А, да, я забыл. Я хотел гидропоник экспертов поотключать. Потому что они здесь, ну, стопудово не нужны будут. Мы, если что, на специальной планетке нашей еды взрастим. И будет нам безусловное счастье. Гидропоники закрываются. Гидропоники закрываются. Все, так, Аспис Бастин сразу грейдим, потому что он FTL-ингибитор нам даст. О, странная фабрика решила на Ханнар. Ура, товарищи, девчонки, Galaxy Mind Network сделался. Теперь у нас еще лучше размер империи, Naval Capacity, Starbase Capacity 25%, да вы с ума сошли. Fleet Command Limit 400, Mega Construction Logistic Hubов 3, Mega Construction Build Speed 50, Output 15 и 5 красных алмазов. Сказать, что нас бафнули, это ни черта не сказать. Снижение наполовину стоимости Red Diamond на производство попов. Хорошая теха. Два Ascension перка Galaxy Mind Network здание. Хаб. Похоже на центральное здание, не правда ли? И как будто бы какое-то крутое. Давайте посмотрим. Что это? Так, страйккрафты, ну, социология, как обычно. Ничем особо примечательным не блещет. Но единственное, мы можем потратить закрыть гигаконстракшн. Это еще 10% аутпута. Так, это наши девчонки, которые не апнутые. Потому что я еще не выбрал им планету. Чеширка апнулась вот. Саратога. Нет. Жди своего часа. И тоже жди своего часа. Жди своего часа. Жди своего часа. Жди своего часа. Окей. Нужно больше менеджмента. И наш размер империи упал до 158. Эффект почти нулевой, поэтому технологии и традишн кост всего плюс 3%. Не то чтобы у меня осталось много традишек для закрытия, но вот эффективность планет мы будем повышать, безусловно. Поэтому единство можно качать, поэтому армор можно качать. Идеально. Так,
Теперь мы все еще что-то строим. Это так раздражает. А теперь начнется очень интересный этап игры, в котором мы начнем вот эти вот штуки в Азур Стардоке переделывать. Вставляя здесь шипьярд, Азур Стардок. Почему, спросите вы? Да потому что мне вместимость-то флота больше не нужна будет. С баз именно. Что мне нужно будет, так это... На самом деле... Многочисленные верфи. Обычный шипьярд я строю для того, чтобы анлокнуть здания. Билдинги, базы, связанные с... Как раз таки... Производством кораблей. Так. Начнем потихоньку. Но также нам надо не забывать... Что у нас есть замечательный не Эль-кластер, это совсем, совершенно. Это у нас Ехов, и я о нем опять забыл. К своему стыду. Это у нас матрошка. Работает на нас для производства науки. Апгрейд, апгрейд. Все. Чтобы базы были готовы, если что. Фракция опять у меня этих, блин, появляется несчастных материалистов. Им что-то не имется. Они, кстати, не так уж... Не так уж они недовольны. А, ну потому что мы кибернетики, роботики, там... Research agreement с материалистами, надо же. Ну, кто бы мог подумать. Хорошо бы флот, конечно, до 200 довести. Но это все мечты-мечты. Титанинг. Титанинг. Титаник Ring World доделался, кстати. А мы не строим Гаргантюа. Бехемот, точнее, третий левел. Гаргантюа это вообще четвертый. И как ни странно, мы заселим эти секции, но заселим их пока что в качестве производилки попов. И в этот раз нормальные производилки попов, а не те заготовки планет, которые вы у меня могли видеть. Потому что я уже понял, что я переоценил свои возможности заселить свои колонии попами. Четыре колонии будут производить попов. По факту они будут примерно сделаны вот так. С минимум каких-то джоб. Почти все на рост попов. Какие-то тут воркеры. Са. Давай. Так, Galaxy Mine Network Hub. Да, это апгрейд центрального здания. Я был абсолютно прав. Black Cube Energy. Дорогущая технология. 20 миллионов даст алмазы. Но сначала я изучу вот эту по-быстренькому. Sanctuary of Mind. Классное здание. Дает плюс один влияние. Это очень интересное здание, которое мы много где можем построить. На самом деле нет. Только там, где мы сможем прогрейдить как раз-таки центральное здание. Для этого надо очень многое и многое. Да, тут джобы, ресурсы джоб, бафы, 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 бафы. Надеюсь, это не сломает мне билдинг слоты. Кстати. Нет. Билдинг слотов это дополнительных не дает. Макс корпорат билдингов это дает плюс один. Вот уж не думал, не гадал. Кстати, тут Аспис Бастиан недогрейжен. Давайте здесь ноночка
нанороботами поможет это все быстро простроить на столице. И посмотрим, что из этого выйдет. Так, эфире. Ну, понятно. Дорогу осилит идущий. Это будет долгая дорога. Кстати, здесь можно вполне вот так сделать. Да, и пусть они тут сидят, плодятся. Аспис Бастиан грейдим. Это как бы не обсуждается. Это защита нашей империи. На случай шухера, если все-таки спящий ко мне дернется, скотина такая, то мы его сможем задержать, пока он будет разбамбливать наши колонии. Итого. Юан. Берешь под контроль себе флот. А, ну да, у Enterprise Луна, как меня просили. Значит, ты Фрим. Остаточные корабли. А, Ношера прется с авианосцев, поэтому ей сразу дополняем флот. А, Нью-Джерси тоже Фрим. Соответственно, что у нас есть? У нас есть флот 1, на который садится наш Юан. Стандартизированный флот. Далее, на флот номер 2 у нас садится Хинденбург. Видимо, да. $55 миллионов. По идее, Нью-Джерси нужно снимать и строить ей отдельный флот. Что ж, это мы можем. Да, по дефолту 50 фаланг у нас будет во флоте. Копи темплейт. Это нам обойдется почти в 200 тысяч сплавов. Докупить этого добра я могу. Хочу сразу нажать кнопку. Ну, а сколько у нас редких кристаллов на продажу накопилось? Даже Dark Matter есть. С ума сойти. Не хватило? Нет, вы ошибаетесь. У меня есть ТМС. У нас есть еще 4000 кристаллов. У нас есть еда, которую мы так не тратим. Ох, на клик. Все, теперь в итоге 183 тысячи. А где мне еще не хватает? Во фрифлоте. Не, ребят, тут уже не надо этих фалаксов достраивать. Цивик брать можно на функциональную архитектуру. Даже больше скажу, нам нужно брать Civic на функциональную архитектуру. Плюс один слот зданий нам очень понадобится. У нас слетели все джобы в совете, я их не засейвил, кто где сидел. Так, Head of Research, Belfast. Министр обороны Ношера. Здесь у нас был... Однозначно нам нужен Crimson Primus, что минералы, алои и агенда. И сюда у нас вполне может усесться кто? Ятсон, допустим. Да. Здесь бюро фронтирной науки садится товарищ под названием Окабе.
Только не говорите, что у Акабы тоже есть параметр любви ко мне. Это будет жестко. Да. Что ж, мы вступили на этот путь, и мы с него не свернем. Так, ну тут Азур Примус однозначно. А что еще брать? Стальное нарез, и оно такое себе. Не, ну не такое себе, конечно, но такое себе. И сюда у нас садится Фарсалия. Шикарно. Цветник. Колоники делаются. Странная фабрика решила не жрать нам попов. Кстати, здесь забыл сделать. И этот билдинг-слот нам еще тем пригодится, что как раз мы сможем построить себе Sanctuary of Mind. На всех планетах, где только можно будет. Интересно, он по виду хоть отличается? Ну, минимально он отличается. Так и дает просто плюс один влияние в месяц. И ничего больше. Грусть, печаль, тоска. Но жить с этим придется. Ладно, не страшно. Так. Поехали. Раскопки этого реалити-кода делать. Там можно закрыть до следующего, так сказать, старта. Плюс один зданий. Все-таки, что нам строить на наших штуках? ТМС. Вау. Это будет мощное решение, на самом деле, строить ТМС. Неожиданное. Но не самое плохое, потому что 11 штучек. Единство, я думаю, и так справлюсь. Наука, скорее всего, тоже. Сплавы 7 штук. Создание такое. Жрачка. 14 энергии. Знаете что? ТМСы — это не самый плохой выбор. Потому что именно их мне хотелось бы производить как можно меньше. В то же самое время надо понимать, что производить мне их придется дофига. Дофига и больше. Так. Единство. Арморные хитпоинты. Кто-то еще что-то построил. На лямбда серпентисе. Кстати, к вопросу, а построил? А можно и еще что-нибудь понастроить всякого разного. Трошка, Никол Дайсон. Старлифтер. Прекрасная штука. Даст нам минералы. И возможно мы здесь со Старлифтером вместе сможем еще и вот ту штуку, эту минерально-сплавовую добыть. Что еще интересного есть в этой жизни? Экваториальные верфи построим. Минус экваториальных верфей. Это лишняя планета для заселения. Хотя это такой минус, что он скорее плюс. Плюс экваториальной верфи, оно все равно даст нам небольшой прирост скорости строительства корабелусов. Это у нас две несчастные станции пытаются построиться, да? Стадели. Удачи им. Люка взяла 30 левел. Молодец, девчонка. Все, Кансона встроим. И теперь мы можем окунуться с головой в Black Cube Energy. 46 месяцев, несмотря на нашу весьма, надо сказать, приличную науку. Так, арморы готовы. Будем изучать ракеты. Это будет своего рода такое-то. Протест с моей стороны. Так, это у нас строится, да? Кэрриеры строятся, флагшипы, титаны строятся. Все на свете строится. Прекрасно. Я считаю, что это прекрасно.
Пошел флот строится. Фришные скоро будем разбирать. Реалити код токсик. Кстати, мы можем прожать себе вот эту штуку и ускорить немножко рост. Так, ну эти флоты, они там 6 лямов. Короче, разбираю их нафиг. Разбираю их нафиг. Чтобы они мне просто глаза не мозолили. Колоссус. Так, и у нас появился новенький флотик. И вот на этот новенький флотик Нью-Джерси как раз и сядет. Нью-Джерси. Далее по мере подстройки мы будем, естественно, клепать новых адмиралов. Единственное, что меня смущает, и смущает весьма существенно, это то, что мне нужно будет прорва энергии в итоге на раскачку всех моих девчонок. Это значит, что вот эта планета должна стать просто местом безумия. А оно становится таким местом, ты не переживай. Падал технишн. Боже мой. За что? Ладно. Это кубопланетка должна быть в итоге. Мы еще с ней побазарим, как говорится. Великое хранилище. Раз, два, три. Гранд Кугельбицы у нас грейдануты до максимума. Нам дадут немножко вместимости. И, кстати, с вместимостью придется поработать. У меня всего 3 миллиона энергии. Придется здание спящих ставить. Никуда от этого не деться. Ну что, плюс один monthly influence мы получили. Юан. Адмирал. 30 левел. А это значит что? А это значит, что у него есть суперперк. Вот ему мы вкачаем. Несмотря на то, что старкоины тратить, как-то такое себе. Так, где он? Юан, адмирал. Здравствуйте. Суперперк. Так. Друг мой. Ship weapon range 40%. Это, конечно, будет... Харденинги клевая штука. Я хочу, чтобы мои флоты жили. Hull damage, shield damage, armor damage еще по 10%, чтобы вообще наплевать на возможность противника защищаться щитами от энергетики. В алтаре 197 поинтов. Да что ж такое? Ладно. Мы еще к этому вопросу вернемся. Сплавы тоже нужно качать. Как вы видели, сплавы жрутся на флот, дай боже. Да и красные коробки нужны будут. Армии, кстати, производятся. Так, ну что, бафаемся. Sanctuary of Mind, Sanctuary of Mind, Sanctuary of Mind. Это все нам даст... Влияние бесконечное количество, потому что нам по 333 надо еще на планеты тратить. Так, ну здесь можно убрать вот одну такую штуку. Угу. Милитари планета. А я думаю, что мы без этих минеральщиков можем прожить. Это, конечно, клевая штука. А, нет, стоп, они тут газы производят, ладно. Автоздание на редкие ресы тоже бы хотелось сохранить. Это у нас аспис-комплекс. Блин, тоже не хочется сносить. Ладно, снесем эту вместилку ресов. Думаю, ничего с нами плохого от этого не случится. Это консумерница Sanctuary of Mind. Кстати, консумерница. По-моему, здесь все построено, что должно быть построено.
Аспис тут есть. Мы ее сейчас в режим 3 плюса будем переводить. Сейчас только посмотрим, что тут можно еще бахнуть. Такого, что могло бы нам помочь. Юнити от бюрократов. Мэти куратор вор. Мантли юлити, кстати. Единственное. Женщина плюс 5. Ну, блин, это всего одна пассивка. Это такая себе история. Ни о чем. Так. Что мы можем здесь сделать? Галактик коммершал хабов. Одну штуку хочу. Пригодится. Точно пригодится. Что-то, что бафнуло бы нам производство ТМСов, было бы тоже в тему. Но, судя по всему, нет. Если тут торговля будет процветать за счет вот этого вот, ТМС-ни. Я хочу Dimensional репликаторов парочку грейднуть все-таки, потому что это даст. Те ресы, которые я так сейчас производить не могу. Типа живого металла, нанитов, кстати. В остальном. Shrink Space Depot. Это который как раз таки на вместимость ресов. Я их целых два лупану, пожалуй. Вот как раз место для них нашлось. Релик, соответственно, чем-то сильно отвлечься не может. Ты застроен. Тебе только районы добавлять. Кстати, Refining Expert тут тоже есть. Хоть и один, но пригодится. Научные планеты пока простаивают. Пока они простаивают, попов сейчас на экспорт начнут производить. Ничего страшного, потому что вот эта тенсильная планета, она нам гораздо интереснее. Ее вот нужно развивать. Да. Азерлейн Культур Плаза. Да. Что еще тут есть необходимое? А пока больше ничего. Но мы можем Мега Констракшн 3 логистик хаба уже здесь сделать. Потому что это будут джобы правителей. Они туда уедут наверх. И, короче говоря, сразу у нас заработают. Здесь планета. Планета говна, прошу прощения за выражение, но по-другому не скажешь. Сифона нету, а нужен ли сифон? Нет, судя по всему, у меня же включены астральные, нет. Но я их могу сделать, все три указа. Какая прелесть. Так-то все производители попов. Производители попов. Кстати, здесь нету этой. На единственной штуковины. Ну и ладно. Что же производители попов? Кубовая штука. Можешь ли ты себе еще что-то интересное, нужное позволить? Видимо, пока что нет. Короче, Stellaris превращается в SimCity, я понял. И самое плохая история в этом, то что это меня прет. Мне это нравится. Тут еще какие-то здания не построены. Что взгляд научился более-менее выделять азурлейновые истории. Минеральную, кстати, историю подкачать придется. Издам куб контрол центр. Ой, здесь прям все забито до отказа. Здесь мне говорят не сегодня. Ну и ладно, единичка, как говорится, влияние не зарешает. Тут суперпланета по суперпроизводству энергии. Тут и торговля бесконечно будет расти, и энергия добавляться. И мы продолжаем расширять этот несчастный хабитат.
когда-нибудь здешние джобы забьются? Я даже боюсь спрашивать, когда. Жалко, у нас нет почкования. Вот почкование нам здесь зарешало. Но, как говорится, в таких случаях мечтать не вредно, а главное бесплатно. Окей, менеджмент мы пробежали. Можем ехать спокойно дальше. 42 месяца до новых военных тех и этих. Пока история с ними не ясна, мы подстраиваем флот. Что интересно, что мои флоты на бумаге должны разбирать спящих. Но ключевое здесь на бумаге. Так, это мы про разумный металл узнали. А вот как мы на бумаге будем с котом драться, это большой вопрос. Живет он от нас далеко. Силу набрать успеет. Из-за того, что я в Крисис пошел, вряд ли кто-то будет меня любить и открывать границы сходу. Да, Sentient Metal Foundry, бла-бла. Ура, ура. Кстати, прыгаем на следующую звездочку. Здесь у нас звезда класса G. Видимо, как точка G. Dyson Sphere достроилась на 32 тысячи. Это прямо чудесно. Это прямо прекрасно, господа. Галактика стала немножко темнее, но есть ли нам до этого дело? Правильный ответ – нет. Тузиет. Так, это наша Чеширочка. Наша девочка. Которой, правда, нету подходящего перка под вот эту вот историю, которую она с кубами собирается делать. Поэтому мы ей Population Upkeep снижаем. Ну ладно. Ничего. Самое главное. Chasing the Code. Да. Это мы прилетели в новую систему. Еще не прилетели. Вот теперь прилетели. Вот. И сейчас начнем чейсить этот код во все места. Это у нас construction bus закончился. В принципе, их можно сразу до старф... А надо ли? Я так не думаю. Окей, оставим заготовками. Кстати, надо не забывать, что у меня есть важная миссия. Вот эту штуку делать обязательно. Так, мы прилетели и привезли с собой аж двух конструкторов, видимо. Видимо, очень нужно было. Вот ты, роднуля, возвращайся на исходную. И один из конструкторов тоже может спокойно вернуться на исходную. Что там по мегасооружениям? Строим что-то? Dyson Ball, все дела. Работа ведется, как говорится. А, ну флагшип достраивается, да. Кажется, ты элегантная персона все-таки, а? А, кстати. Так, нерв-дамперы и ракеты мы исследуем. Это апнулись девочки, которых я еще не определил никуда. И хорошо. Point 201. Это значит, что Ношера может переродиться. Наконец-то. Конечно, у нее слетит левел. Great skills. У нее все прожато. И теперь мы делаем вот так. Бам. Так. Девочка стала первым левелом. Но она очень быстро раскачается. Если мы посмотрим Ношера. Great skills. Старвиший. Cannot obtain. А, я их уже потратил. Я их уже потратил.
Какая жалость. Ладно, как минимум один топовый скилл она еще возьмет. Она, кроме того, возьмет еще кучу боевых скиллов. И станет воистину великой министркой. А что это за... А, блин, у нее левел слетел. Она теперь не может вместить всех своих кэриеров. Как так? Подождите. Fleet Command Limit плюс 5 за каждый левел. Все понятно. Ну ладно, ладно. Во всяком случае, мы эти крейсера построили. Второй раз ей переродиться не получится, так что она у нас спокойно скоро качнется. Достаточно там репиток чуть-чуть подождать, и процесс пойдет. Да что такое? Мы все строимся и строимся, и строимся, и строимся. Вот мне интересно, а если мы здесь дуговик поставим? Экваториал Шипьярд. Идеально. Он влазит сюда параллельно вместе со Старлифтером. Это же прекрасно. Да? Да. Да. Так, тоталиальную верфь я поставил строиться, да, great. Revelation of Reality, это мы узнали, что здесь нас ждет раскопка. Ехов на кулдауне, Enterprise. Поздравляю с левелапом, ношером. О, кстати, она сможет подкачать свои остальные скиллы, типа вот Prudence. И даже скиллы... Слушайте, даже скиллы как канцлер на третьем левеле она сможет качнуть, правда? Не на втором. Но не суть. Так, 28 уровень. Это дает тебе General Skill Point, да? Ты у нас кто? Компаку. Ты у нас на консумах. Сидишь на консумах и в ус не дуешь. А что тебе качать-то теперь? А что ей качать-то теперь, господа? Buyer size. Unity счастья, я не знаю, рост попов. Давайте Unity счастья качнем, в конце концов. Пусть народ будет счастливее. О, министр обороны третий. Отлично. Хостилити мне даст чуть-чуть дамага, но это все репитками делается. А апкипы, в принципе, пригодятся. О, четвертый. Слушайте, так она сейчас еще и подкачает вот это все. Старбазы там, все дела. ХПшки, дефенса. Армия experience gain, армия мораль. Вот это интереснее, кстати. Для штурма всяких этих. Ну вы поняли, да? Ну вы поняли. Армия Хелс. Лосев. А, ну в принципе на 140 не влезло. Не проблема. Так, взял небольшую паузу, а тем временем у нас Недоливир продолжает строиться. Пожрала в себя всю систему, ну да ладно. Зато даст нам сплавов, столь необходимых сплавов. Красный токсичный ворлд. Изучим его, там что-то полезное за него дают. Так, Дайсон сфера нашего суперкольца. Оп. Ты кто? Ты айдл. Тоже айдл. Угу. Девочка Ношера продолжает качаться. Армия мораль пригодится может. А как я и рассчитывал, сейчас на технологиях быстро поднимемся.
Так. Я совсем забыл, можно же посливать в единство с некой пользой для дела. Планете, которая консумерками занимается. Так. Отлично. Активировался Ехов, Кахесив Старс. Бабах. Отлично. Сплавы подкапливаются. Мне нужны будут попы. Темпоральная призма. Плюс 3 физики на звездочку. Вау. Кстати, Dyson Ball вот этот вот. Посмотрите на эту систему. Сколько энергии она уже производит. И это еще не предел. 53 тысячи. Считаю, вполне неплохо. С учетом того, что наши корабли почти ничего не жрут, это, конечно, прекрасно. Хелс. Ракеты. Какие-то, насколько я помню, топовые пушки. Они сочетают в себе три типа урона. Вот система появилась. Сейчас мы туда прилетим. Ньюситрэп. Сурвеем. Двойная звезда, конечно, не очень удобно. Там не все можно будет построить из мега-кило-гига-структур. Но мы будем пытаться. Кстати, по поводу разных мега-кило-кило-структур. А нет ли у нас ассеншенов новых интересных? Вот. Мегаструктура build speed, resource storage capacity, theoretical superscale weapon. Бегемот Planet Craft. Slice of Life тоже. Это Альдерсон. Это у нас Planet Crafty. Нет, это звездные системы боевые. А вот это Celestial Warship Assembly. Да, обычные корабли будут медленнее чуть-чуть строиться и дороже. Но мы сможем строить фабрики. Фабрики Celestial Warship. Для этого нам придется собирать планетарную массу. И вот тут, внимание, важный момент. Меня спрашивали в комментах, как собирается планетарная масса. Да очень просто. Синаптическая штука. Берем плани что-то. Тут понятно. И вот здесь в Decision сможем эту планетарную массу собирать. Но для этого нам теха, правда, нужна будет. Так, ты ждешь, когда у тебя достроится. Все окей. Как скажешь. Кстати, минералы. Аркфурнас. А еще это значит, что у нас добавились вот эти вот суперздания на сверхплотные материалы. Кстати. Блин, ну производить попов за красные алмазы я так не хочу. Это очень, очень круто. Нам бы их лучше сохранить. Так, Mega Construction Logistic Hub. Еще два можно построить. Это еще сверхплотные материалы. Молодец, девочка Ношера. Азума Government 30, кстати. И командир Сан-Диего 30. Командир Сан-Диего у нас сидит на самом деле на планете. Вот эта технология позволяет собирать планетарную массу с различных тел в империи. Так, что тут у нас? Ассоциацию нам предлагают. Не, ребятки. Простите. Но это не в моих интересах. Тронный город по-прежнему забивает джобы
сплавалитейщиков, и им потратится на это какое-то время роста. О, да. Go ahead and be careful. То есть считаем 800 дней. Связано со странностью этой системы. Кстати, здесь есть коричневый карлик. Так что, если бы я не построил уже штуку на это нужную. Вот. Девочка Ношера с двумя General Skill Point'ами к нам пришла. Это значит, что мы еще можем эвейсив маневры прокачать, сделав ее корабли имбой. Вообще любой флот, который она будет использовать, сделав им бой. Альдерсон. Так вот, как мы копаем планетарную массу, да? Берем систему. В системе есть разного рода планеты, которые не имеют для нас большой ценности. Harvest Planetary Mass. Это также будет не только жрать ресы на само производство этой всей штуковины, ну и кроме того, это нам еще 50 минерал энергии в месяц будет жрать. Но оно будет потихоньку превращать, перерабатывать эту штуку в планетарную массу. Это космическое тело, включая астероиды, кстати. Здесь я планету ломать не буду, а то мало ли еще что с Луной станется, на которой мы живем. Ее можно будет, кстати, эту планету терраформить в Гаю сразу. И заселить для производства попов. Все. Можно ждать. Допустим, Джалора, да. Вот тут есть газовый гигант. К сожалению, их на это разобрать нельзя. Но есть маленькая планеточка с маленькой луной. Тем более здесь. Здесь я вряд ли что-то полезное для себя смогу настроить. Начнем потихоньку этой массой запасаться. Потому что для производства боевых звездных систем этого дела понадобится безумное количество. Пока займем три системы, объясняю почему. Потому что когда они мгновенно все разом построятся, у меня случится пролаг. Плюс это, по-моему, займет энное количество сверхплотных материалов на себя. Оттянет. Ресовая планета. Реса у нас есть. Нам бы теперь вот этих вот фабрикаторов, которые дают всякие интересные штуки. Вот, старлифтер здесь делается, да? Это наш еще один старлифтер на самом деле. Агента в совете, опять же, помогает качаться девочке Ношера. Давай, дав ей сразу два скиллпоинта, два левелапа. Хомгвард. У нас нам дополнительных армий на планетах оборонительных. Не то, чтобы это нам сильно было действительно нужно, но так и нужно. И Альдерсона мы изучили, да. Альдерсон это вещь. И Альдерсона можно будет где-нибудь поставить. Во, construction complete. Excavate. Equatorial Shipyard здесь делается потихоньку. Еще один здесь не сделать. Кстати, у нас беда с минералами. Конкретная беда с минералами. Так что старлифтеры надо фигарить. Проблема в том, что на этих звездах, вот здесь вот плюс 100% аутпута, а здесь минус 50%. Вот тут невыгодно ставить. Как и здесь. Здесь у нас матрешка. То есть нам нужна хорошая звезда под старлифтеры, если я хочу их реально вот прям по полной юзать. Это наша суперпланета на плюс один влияние. Ну да, она сейчас тут, короче, энергии заливать будет нас.
Ну, уже, в принципе, дает так-то 26 тысяч. Нью-Джерси. Естественно, маневренность. Все еще 5 попов. Так, тут мы что-то сжимали зачем-то. Давайте в черную дыру коллапснем. Потому что у нас не все мегаструктуры, связанные с черными дырами, построены. Минеральная планета пытается выжить и дать прирост. Во, видите? У нас построились разом все эти добывалки. Клевые. И вообще шикарные. Так, ракетки дальше. Дальше пехота. Дальше ракеты. Черная дыра. Wonderful. Теперь мы Fusion Suppressor разбираем и получаем себе черную дыру для постройки чего-нибудь. Так, это по поводу того, как ребята, какая-то раса решила замутить темку с крутым терраформингом, но вместо них у них получилась такая жижа, которая все жрет. Обитал бомбардмент дэмэдж минус 10% на всю империю. Шикардос. Это прям действительно шикардос. Чё тут? Кстати, аркфурнес по-прежнему можно двигать. Матрешка, биг брейн. Ура, ура. Она дает нам пчеловые 6000 науки и 2 слота своих матрешечных зданий, которые, не знаю, будут ли мне необходимы. Так, Fusion Suppressor Dismantled, и мы теперь можем чем-то эту систему занять. Интереснее мне, конечно, с Храя МЦ начать эту историю. Колоний много, попов пока что никто не растит. Конечно, ошибка менеджмента. Да, действительно, рингворлдов не может быть достаточно. Гаргантюа рингворлд, вперед. Строим. Тут дамаги, тут ракеты. 28 месяцев до энергии черного куба. В общем-то, к Кацуну мы будем полностью готовы, а далее, нам нужно будет просто... Опа, объединяем. Ура. Молодец, Ношера. Алый Скарж. Я забыл, что хотел сказать. Нужны попы. Мы сейчас будем множить количество колоний, которые будут минимально обустроены, будут чисто попов производить. К сожалению, придется идти по этому пути. Эксплоусивы. Ну ничего не поделать. Так, пехота у нас там активно строится. Репитки качаются. Репитки — это, конечно, наше все. Экваториал Шипьярд Комплит. Что он нам дает, помимо колоньки? Он нам дает 5% шипбилд спида. Мелочь, а приятно. Еще один мы здесь не воткнем, к сожалению. Но, что мы можем здесь воткнуть, так это старлифтера. А, нет, там звезда плохая, все. Отбой, значит, как бы, господа. Вот здесь можно что-то научное еще воткнуть. Не, ну а что, там есть бонусы.
Коллекцию опять же собираем. Еще наука и малые артефакты. Какая прелесть. Ну, тут какие-то достройки ведутся. Чеширка. Чеширка продолжает апаться. Ношера продолжает апаться. Какая прелесть. Дамаги. Ракеты. Ну, мы готовы, я думаю, к встрече с Кацаном и его луной, но он это жрется. Это минус. Ладно, посмотрим. В прошлый раз он меня унизил. А в этот раз я готов мстить. Кстати, вот эти колонии вполне себе уже работают на производство попов. Неужели? Мы доходим до этого момента. Дальше будет проще. Недоливирка. И финальный этап. Финальный этап даст разные еще бафы, помимо сплавов. И баф на сплавы 5% на всю империю. Месячные сплавы. Правда, с минералами у нас вообще швах дело. Нужны эти, чтобы старлифтеры достроились. И здесь у нас, вы только посмотрите на эту прекрасную систему. 74 тысячи энергии уже. Если что, минералы буду просто покупать. Также с минералами можно решить относительно проблему, достроив вот эту вот колонию. А, нет, не эту колонию. Вот эту колонию. 5 джоб, это еще 2500. Кстати, здесь Planetary Mind Network. На разных планетах можно себе позволить. Где 60 попов сделалось. Консумерница уже ничего интересного построить не может, но она может догрейдить себе здание. Трейд валю на всю империю. До прессы, вместимость 100 тысяч вместо 50. Вот этих зданий мне, кстати, много на до прессы и вместимость понадобится. Очень жаль. Но ничего не поделать. Релик уже тоже готов. Ну, эта планета, понятно, она сейчас будет реципиентом попов в какой-то момент. Это мы мегаярд закрываем. Ничего нельзя сделать. Можно, правда, влияние начать тратить вообще на расширение планет. Вот типа нашего релика несчастного, да? Милитари. Вот эти, вот это все прокачано у меня. Все, можно подряд идти, да? Да. Habitable. Газ-гигант. Эти все растут. О, шестой поп появился. Ну надо же. Scourge is a monstrosity free planet from it. Это нам даст Гаю. С хорошими бафами. Но это нам не интересно. Вот Scourge deployment технология, по-моему, может пригодиться. Так, ну только у нас есть еще одна раскопка в этой системе с реалити-кодом связанная. Army damage. Terraforming cost, terraforming speed и orbital bombardment новый. Ну, терраформинговые, кстати, бафы будут полезны всегда. Во, Armor Hardening Хинденбурга. Adventurous Spirit. Вперед. Вперед к звездам. Прекрасная, прекрасная, прекрасная планета, но... Ей нужны попы, да елки-палки, а? Когда я уже это слово забуду, интересно. Видимо, никогда. Тут, кстати, Planetary Mind Network, чтобы построить, нужен один поп. Мы его можем украсть с тронного города, я думаю.
Да. Ну, тут все прогрейжено, что могло быть прогрейжено. Можем здесь еще один райончик сделать. Здесь эфочки пытаются прирасти, как и здесь. Так, Хрея МЦ нам на самом деле даст тонну темной материи. Правда, не то, чтобы она нам сильно нужна была. Так, терраформинги, технологии репиток. Это у нас девочки, которые ожидают в пуле лидеров, да? Да, все так. 19-й левел. Когда до них дойдет дело, они уже будут офигеть какого левела. Пенсиль планетка, которая уже некуда просто больше будет расти скоро. Army damage. Army health. Слота не хватило. А, нет, вот оно. Все, это у меня глюков в голове не хватило. Fire rate кинетики. Реалити код раскапываем. Окей. Какой у нас research speed вообще? 700 с чем-то. Это прикольно. Это позволит нам не волноваться по поводу нашего будущего. Ну, тут есть какой-то рост попов, да, но тут нужны, на самом деле нам нужны эти. Так, вы все ожидаете. Накупил лидеров зачем-то. Теперь у меня списки огромные, в которые лезть даже не хочется. Но ничего. Это все во имя великого будущего. Так, 268 тысяч сплавов. А это значит, что мы базовый флот можем построить себе еще один. Нью-Джерси. Копируем темплейт. Закладываем флот на 246 тысяч сплавов. Он стоит 10 тысяч красных коробок. Что у нас с красными коробками? Кстати, еще на два флота хватит и все. Там уже содержание начинает жрать. А наши новые верфи включились в процесс. Вы посмотрите на это. Так, тут у нас detection станция. Кстати, надо развернуть detection станцию рядом с этой. Так что ты у нас будешь detection. И вот эта станция у нас тоже будет... Detection. Перестраиваем. Соответственно, нам нужно будет листенинг пост здесь сделать. Dark Matter Resonance Chamber. Суперкомпьютер для обороны. Дополнительные слоты. Платформ. Shield Overcharger и грейдим. Подготовимся заранее. Это наша Ношера, министр обороны, девица-красавица. И Буки, кстати, апнулась. Офигеть. Так, у нее 4-й скилл на Evasion, прекрасно, и один продвинутый скилл. Damage, Hull Damage, Artillery Weapon... Energy Weapon Army Damage, Shield Value, Shield Hardening, Point Defense бафаются. Armor Value, Armor Hardening, Kinetic Weapon Damage. Chance to hit ей не нужен. Я думаю, блин, Shield Value со Shield Hardening выглядит как отличная штука. У нее ж там на шилды куча бафов. Вот еще толще ее кораблики должны стать. Давайте посмотрим на ее флотецкие. Да, у этих красавцев теперь 33 тысячи шилдов. Харденинг там должен быть через крышу. Ворот 90% и скорость такая, что не всякий корвет может догнать эти авики. А это, собственно, страта, как за них вообще играть, за эти авики.
У меня там куча лидеров дошла до тридцатки. Надо их как бы разгрести по-хорошему. Раздать скиллы, так сказать. Так, это мы закрываем. Открываем лидеров и давай смотреть. Сент-Луис. Кто такая Сент-Луис? Это все говы у меня. Говерноры. Сент-Луис. Это, похоже, сайентист у меня, Сент-Луис. Ой, как тяжело, голова болит. Голова болит. Ну, реально, видимо, пустил. Сигнет, Плимут, Юникорн, Сент-Луис, да, она это, в копилке. Августа в копилке. Сигнет в копилке. Советская Россия. Советская Россия. Так, она у нас Science лидер, но на планете. Проблема в том, что для планет. А, вот, Governor Specific. Физика, ресерчер. Шикарно. Как раз то, что доктор ей прописал. Готово. Бункер Хилл. Это, по-моему, девочка тоже у нас в запасниках. Азума. Азума у нас 100% не в запасниках. Да. Она у нас сидит на планете с энергией, кстати. Вот, и она могла бы специалист ресурсы output, ресурсы job upkeeper job, роботесист upkeep population assembly speed organic population grow. Было бы неплохо креатора взять, но это если бы она сектором, кстати, управляет, это очень хороший перк для нее. Старвишей не хватает, чтобы ей взять Elite Skill Point, к сожалению. Но мы над этим подумаем. Отлично. И Люка. Люка у нас, по-моему, тоже на планетке готовая сидит. Да, Люка у нас, кстати, Трон Сити. И вместе с Трон Сити она чем только не занимается. Sufficient Starvish Point. Trade Value, Business Executive Job. Не знаю, что за джоба. А вот ресурсы output специалистов это самое то, наверное. Вот. Refresh the list. Августа, Ченхай. Это у нас все сидят, девчонки ждут очереди. Белоруссия вот как раз Governor специфика берет. Сент-Луис government. Тоже ждет. Юникорн ждет, по-моему. Да. Плимут government тоже, по-моему, ждет, ждет. И буки. И буки, и буки, и буки, и буки. Буки, по-моему, на планете сидит. Работает именно, да? Блин, понанимал, конечно, лидеров. Это все весело, но... И буки лидерша... По-моему, командир. Нет, Сан-Диего там ее зовут. Да, она тоже на ученых. Refresh the list. Саратов и government. Гасконь. Гасконь, вот она ждет. Цигнет. Цигнет я посадил работать. Нет? Нет, 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 нет. Вот она. Ченхай, вот она. Бункер Хилл
Да, вот она, Сент-Луис и Такисаки Куруми. А вот Такисаки Куруми, она у нас сидит на консумерной планете. Иди сюда. Давайте ей бизнес-экзекьютива возьмем, посмотрим, что он дает. Все, короче, все эти девочки как раз будут постоянно в списке. Вроде бы всех я прокликал. Давайте смотреть наших красавиц. Кстати, Арк Фурнас финальный надо сделать. Там хорошие ресы должны добываться в этой системе. Ну да, приличные. Так, смотрим, как это теперь работает. Ты взяла плюс 30% своим этим. Бея дал 30% баф на джобы, да? Guild of Expert, специалист ресурс поп output 30, на остальные планеты сектора 15. Окей. Кроме тех, где уже есть свой человек. Так, ну у тебя, наверное, техлорд. Да, у тебя техлорд, поэтому у тебя тут все хорошо, наука качается. Рейнс. А вот Рейнс я что-то не дал никакого скилла. Рейнс. А, на 29-й все, расслабился. Так, а вот здесь у тебя появиться должна была джаба. Вот, бизнес-тайкун. Сектору дают 30% трейд валью. Планете 40. Бизнес-экзекьютив джоба одна. Покажите мне этого бизнес-экзекьютива. Executive officer. Архбишоп. А где он? У меня джобу украли. А, наверное, месяц нужно, чтобы прошел, да? А, не, вот. Trade value 20. То есть это очень, очень хороший торговец. У меня будет 25. Ну, такое себе, честно говоря. Может быть, в самом начале игры это бы и зарешало. Но в остальном я что-то не уверен. Окей. А девочка с энергией, что я тебе дал, Азума? Я уже забыл. А. Креатор. Подождите, это просто такой скилл. Что же я Азуме дал? Строт, фаворабилити. Ну, креатора вроде. Создательницу попов. Да, точно. Organic Pop Assembly Speed 40%. То есть это должно быть здесь. Creator. Да, 40%. А самое вкусное в этом том, всем то, что хотя здесь это не работает, но что сидит жаба, но вот здесь 20% работают. И это даст ей баф на весь этот сектор, который мы никем не менеджем. Ну, блин, прирост. Флот собирается. Да, флот собирается. Мы будем сейчас еще одного адмирала себе закупать. Но для флота нужно еще верфей подстроить. Не хватает. Как оказалось. Добавил всего две. На самом деле можно добавить еще две. А, ну там Азур Стардоки еще строятся, то есть нормально. Шпиард Капасити у них тут. Флит Академию обязательно строим. Deep Space, кстати, сканер тоже не помешает, наверное. Угу. Это у нас Хантарон и Тазид. Станция.
Обычный шипьярд, Азур Стардоки. Академии, Титаны, Колоссы. Апельсиновый рай. Defense Grid. Engine Supercharge. Все, еще два дока. Блин, ну 37 слотов-то серьезно. Там флагшип, правда, будет опять фиг знает сколько вместе с титанами строится. Но я думаю, неприятности этого мы переживем. Раскопка. Реалити код второго левела. Это значит, что мы открываем новую технологию. Инженерный кресоч от ресерчеров разумного металла. Звучит прямо-таки как праздник какой-то. Возвращаемся на лаунч-пойнт, назовем это так. Что интересного вообще в этой системе можно построить? Помимо аркфурнеса, мы здесь можем как раз заняться, проэксплойтив этот депозит. О чем мы? Здесь только Orbital Artificial можем построить, да? Экосистем. Видимо, да. Причем ровно на той планете, где у нас стоят этот депозит. Не, ребят, так дело не пойдет. Есть что-нибудь менее радикальное? Gateway, говорят, строй. На звезде можно построиться. К-звезда, output минус 25%. Dyson Swarm, который там ничего не даст. Какая прелесть. Но его можно будет в это, в Dyson сферу полноценную грейдить. Так что вперед. А здесь что можно построить? Macro Engineering Testing Station. Во, это я хочу. Теоретически. Что за система? Что она вообще из себя представляет? Немножко минералов, немножко науки, всего понемножку. Вообще она имеет смысл? Ну типа... Да? Я хочу это все достроить. Ну, тогда макроинженерку сюда бах. И куда ее воткнуть? Слева, справа. Слева, справа. Говорят, сюда пихай, не ошибешься. Окей. Так. Ребятки почти прибыли на новый запуск. Хашин. Плот начал собираться потихонечку. Хорошо. О, нам дали баф на размер жилья используемого. Venture Spirit Enterprise докачивает у ворот. Starwish Point, и, блин, накачать, это, конечно, беда. Три колонии жду, когда четвертая достроится, сразу разом все заменеджу. Так, сколько мы планетарной массы собрали, кстати? 60 единиц всего-навсего, то есть это процесс очень... дорогой и долгий. Поэтому мы это заранее сейчас будем выкачивать вообще везде, где это выглядит хоть сколько-нибудь безопасно. Так. Сейчас надо будет это везде сделать. Наверное, на паузе сделаю. Я весь этот сектор, собственно, обстроил этими штуками. А смотри, какая тварь. Вот этот засранец прилетел тут конструктором и, видимо, собирается залетать ко мне сюда, чтобы что-нибудь застроить. Знакомая история. Ovani System. А, нет, он просто моим порталом пользуется для того, чтобы телепортиться. Ну ладно. Живи тогда. Что за старбаза сделалась? А, понятно. Грейд здесь прошел.
Надо не забывать это делать, это важно. Ладно, выстрел. Как если в старый. Настраиваются корабли, и знаете, кто там? Рейнс Говермент получила 30-ку. Давайте ее сейчас найдем. Рейнс Говермент, и она у нас сидит. Где она сидит? Она на стали сидит. Не, ну специалист ресурс по, да, это ей надо. Вот, а кого я хочу в адмиралки нанять, в адмиралки? Есть тут одна такая девочка, Мёбиус она называется, она перерождается каждый раз. Это ее unique skill. Level K плюс 10, experience gain speed плюс 999. Процентов, но со временем будет падать. Перки получает реже. Вот. Но она три раза перерождается и не может умереть. Прикол в том, что она становится офигительнейшим командором. Потому что уникальных скиллов она сможет набрать просто дофигища. И еще один элит скилл поинт добрать после этого еще можно будет. Так, соответственно, 4 скилла на уроны, 1 на маневренность. У нас сразу 22 левел. Вот такая серьезная девушка. Мобиус. Змеючка. Поехали скиллы. Дальность. Ой, молодец. Реген. А пусть будет. Адмирал. Commanding Presence. Артиллери фокус мой любимый. Все на дальность. Артиллерист. Шилд Империи. Evasion, это, короче, в дружественных системах. Это HP реген, но это Accuracy 30, Tracking 30, Ship Weapon Range 30. Лучший скилл для нас. Артиллеристы. 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 Commanding Presence, Commanding Presence. Adventure Spirit. Shipbreaker. Это для того, чтобы на третьем уровне получить укрепление брони на 15%. И в итоге, что она там еще может взять себе? Какого-нибудь обсервера. Два левела. Ну и дальше видно будет. Ну так, девочка, 22 левел. Получила себе код. Мы нашли кучу перков. Starlifter Frame. Строим. Следующий этап. Минералы мы немножко себе исправили. А то ситуация была уже, знаете ли, близко к угрожающей. Кроме того, у нас появилось 4 замечательных кольца, которые будут исключительно заниматься. Чем? Правильно. Не будут производить попов, и Аспис Бастиан должны иметь. Должны ли? Что еще я хотел строить? Конечно же. Матрица. Аспис Бастиан. И одно жилье. А нужно ли здесь жилье? А здесь жилье даже не нужно. С ума сойти. Харбор Планет. И два Десижена, Ноночка, к сожалению. А, нет, вот она. Доступна. Так.
Harbor Decision. Decision Harbor. Harbor Decision. И застройка. Да, конечно, сначала придется потратить попов на то, чтобы вырастить попов, которые будут растить попов. Немножко безумием отдает. Вот, но потом оно спустя какое-то время окупится. С кризисами мне тут воевать. Это будет долгая кампания. Для тех, кто не видел асотовскую кампанию, это кампания еще длиннее. Тут еще и менеджмент сложнее просто. Потому что тут SimCity прям лютый, бешеный. Так. Так, Аспис Бастиан. Все, готово. Они сейчас за 5 дней построятся и будут растить попов. Вперед, ребята. Нюситреп. Зеленая системка, да? Сурвеемся. Поехали. Мы все еще изучаем эту астероидную станцию. Боже ты мой. Сколько ж тут попов надо, боже. Ну, шара наша продолжает апаться. Какие-то Spaceborne лайфформы там летают. Revelations of Reality, отлично, да, супер. Во! Каждые 6 месяцев одну планетарную массу производит. Вот. И снижает размер планеты, луны или астероида на 1. Ничего страшного. Наберем. Кстати, откуда-то лутают 21 негативной массы. Я не совсем понимаю, откуда. Так. Сколько у меня планетарной массы? 88, ну мало как-то. А теперь начинается самое интересное. Ко мне приехал спящий и начинает меня булить. Он говорит, что мы отстой и должны унизиться. Девочки должны встать на коленки. Это нам стагнат? Вот этот вот, вот эта срань стагнатская. Материалист пытается затирать. Живет он далеко достаточно, но через порталы он, конечно, до нас доберется быстро. Потому что компы наверняка уже порталы какие-то строят. Или нет? Фиг знает. Мегаструктуры они точно строят. Вопрос, могу ли я его забороть? Потому что если он мне объявит войну на уничтожение, я могу не выдержать этого. Прикол в том, что я не могу посмотреть, что у него за корабли. Но у него их дофига. Единственный, кто может мне как-то подсказать, что у него там. Это какие-то, блин, придурки. Это вот этот челик, у которого есть флот на 167 миллионов, и который тоже стагнат. У него оружие... Офигеть там параметры, ё-моё. Достаточно стандартное. Прикол в чем? Компа не очень-то с трекингом, без осота. У спящих. Да, у них репиток охренеть сколько. Но у меня, кстати, тоже. У него дофига иксов на планетоидах. У него есть ангары. Но это мы можем сбивать, кстати говоря, своим ПВО. А так, по большому-то счету, оружие у него против моих кораблей говно. У меня очень хороший уворот. Урон, конечно, жуткий.
То, что x6, по сути, будет урон. У него репит дофига. На урон. Он Energy Weapon, допустим. Fire Rate x6. Ё-моё. Вот это вот плохо, кстати. Но у меня продвинутые техи. У меня же все-таки азерлейновые. Планетоиды выглядят страшно очень. Луны выглядят не так страшно. Хотя у них Missile Battery есть лунарные. С нейтрон ланчеры. Что против моих кораблей, кстати, будет работать отлично. Так, давайте считать, что Луна это 2 миллиона. Да? Да, это 3 миллиона хп. За сколько теоретически? В день мы наносим одним только флагшипом 150 тысяч. И, кстати говоря, флагшипы, допустим, это по сути боевая луна, даже чуть помощнее. Даже не чуть помощнее, а это почти 5 лямов сейчас. И репитки продолжают стакаться. И литеры продолжают качаться. То есть флагшипы мои равны лунам. Экстерминатусы. Флит Кэпитал шипы. Лунам, конечно, не ровня. Но вполне себе показывает себя очень даже неплохо. Одна луна это 3,7 лямов. Вот тут у него флот 167. Но чисто по цифрам за счет эвейжена, вкачанного в потолок, мы способны послать его лесом. Тасоваться. Что с батлшипами у них? 130 тысяч хп, 29 тысяч урона. Техи неплохие, но в целом говно. Компы хорошие. Так. То есть 130 на 30. Это его батлшипы. Ну, Юан, понятно, у него-то вообще запредельная какая-то фигня будет. У него даже флагшип имеет такой вейжен, что просто мама не горюй. Что такое 130 на 30? Гвардианы. Мои гвардианы лучше. Это 13 мейн батлшипов. Урон 47. Purge of Xenos. Это титаны. Тоже очень прилично себя показывает в плане живучести. Азур Фалакс. Во. По сути... Вот это, мои корабли жирнее, но чуть меньше урона вносят. Это, правда, юан перекач. Но у меня нет проблем ни с точностью, ни с трекингом, ни с дальностью. Теоретически мне нужно 3 флота на вот эту историю. Какая сила у планеты? Планета оценится в 38 лямов. То есть каждая планета требует одного моего флота для того, чтобы ее развалить. Ну, условно, очень условно. 7 планет. 26 лун. 1, 2, 3, 4, 5, 6 флотов у меня только будет. То есть это на тоненького игра будет. Очень на тоненького. Но Ношера понятно, она своими авиками будет вносить тонну урона и дергать по всей системе, сваливать от противника. Она вообще мега имба, мега перекач. Ну, то есть если я еще там 2-3 флота успею построить, то я могу уже выпендриваться. Вопрос, могу ли я выпендриваться сейчас? Игра считает, что могу, что у нас типа эквивалент. У него минус 700 отношения. Кризис на Империи минус 120. Его не нравится, что я типа его обгонять начинаю.
Репитки по-прежнему у меня повышаются потихоньку. С каждым месяцем мои флоты будут становиться сильнее. У меня дополнительные верфи разворачиваться должны когда-нибудь. Кстати, флагшип все еще делается. Знаете что, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Мы не будем буллит. И теперь у него есть панишмент Casus Belli против меня. Что несколько, конечно, пугает. Если это Total War, это будет тотальный провал. Особенно если эта тварь решит полететь в мой L-кластер и там меня наказывать. В Табева. Не, ну строить базу смысла нет, она тут никак не выдержит. Ладно, грейданем ее. До цитадели, и там видно будет. Галактический совет сформировался в нашем уголочке. Он просто зол теперь. И фьюзит деманс минус 200. Наука, конечно, у него далеко впереди, но... Мне со сплавами тяжело. Я, по-моему, сильно это... Занаглел. Так, давай еще 5 research стейшенов на инженерку. Ну, он может подумать о том, чтобы меня развалить. Базово-резонансная сфера. Боже мой, 108 тысяч энергии здесь производится. Это я понимаю. Копить на новый флот. Кубики красные нужны. Очень нужны. Страйккрафт, файр рейт. Это вот все это вот потихонечку складывается. Вот эти все репитки в нашу безопасность. Слушайте, ну я спящего послал. Я его прям послал. Недоливер гиперфорж комплит. Отлично. Помимо ресов. Правда, минералы она жрет. Это ежемесячные сплавы плюс 5%. Армия дэмэдж 50%. Шив вепон дэмэдж 10%. И армор хитпоинтс 10%. То есть даже какие-то небольшие мы получили плюсики на возможность вести баталии. Укрепили немножко флот армором. Это же просто чудесно. На самом деле, мощь моего флота, конечно, переоценена. Переоценена в первую очередь из-за ворота. Не будь такого озверевшего у ворота, мне бы, конечно, насыпали гораздо меньше очков. Но каждый месяц, что... Этот тугрик не решается на меня напасть, я становлюсь сильнее. А значит, шансов у него наказать юную наглую расу все меньше и меньше. Что я считаю просто чудесным. Ладно, это вроде строили, да? Да. Угу. Грейды центральных зданий все равно делаю, понятное дело. Чеширка. Апайся дальше. 24 тысячи сплавов. Вот это я понимаю уже. В этом есть какой-то момент прекрасного очарования. Старлифтер нам тут производит минералы и спасает нашу как раз экономику от необходимости застраивать еще джобы.
Мы подземных эллинов отсюда вычистили. А я и не думал, что они там есть. Ладно, кинетика качается. Кинетики у нас много. Это будет хорошо. Во, мегалогистика тут начала работать. Это просто прекрасно. Попов бы сюда. Блин, вот я всякого ожидал, но что у меня именно миры кольца будут производить попов на экспорт, это, конечно, парни, перебор называется. Меня оскорбляют. Фанатик Purifier меня оскорбляет. Тут несчастный. С компами, даже если они не представляют угрозы, все веселее. Это возможность открыть кризис центра галактики, но нам пока рано. Очередной флагшип сделался почти. Гаргантюа Рингворлд. Бегемот Рингворлд. Одновременно два строятся. Ох, и много же мне сплавов понадобится. Электрический шторм приехал. Здрасте. Но хорошо, что не у меня. Надо в таких случаях говорить всегда. Ношера подкачалась. Мебиус подкачалась. И Гинденбург подкачалась. Какая прелесть, девчонки. Молодцы. Тем временем 2 миллиона, блин, единства надо тратить все-таки на апгрейд планеты. То это, ну, позорище. Тронный город, скажи мне, что я могу еще сплаволитейщиков фигануть в тебя. Да. Это даже не нужно делать. Трайкрафт дэмэджи. Кинетики. Ну чё ты? А, блин, мы построились и сидим. Не экскавейтим. Позор, позор, позор. Блин, ну хочется для чего-то эту систему все-таки заюзать. Ну не аркфур нас же здесь ставить. А, тут Dice Swarm сможешь. Все, расслабься, называется. Расслабься, мы приехали. Enigmatic Forsaken Colony. Так. The station is too useful to be left behind. А, я не помню, в чем прикол этого ивента. Заброшенная древняя жилая станция. Где все вымерли за 17 минут. Ну, пусть будет. О, кстати, разобрали какие-то астероиды, 500 сплавов вернули. Так, все, эта база догрейдилась. Какой-то пацифист хочет с нами торговать. Но нет, парень. Рано или поздно нам нужно будет матрицу заполнять. О, Рая МЦ, макроинженерка, Дайсон. Какая прелесть.
Так, ты у нас так, ты у нас так, ты у нас так. Либо так, либо никак. Окей, репитки продолжают стакаться. Флоты продолжают усиливаться, строиться. Мы сделали, да, флот для Мёбиус. Он готов вместе с флагшипом. Нам нужно таких флотов еще 4. Так. Раз, два, три, четыре. Нам нужен миллион сплавов для этого. Понимаете, миллион сплавов и 36 тысяч красных коробок. Ни того, ни другого у нас близко нет. Но. Дорогу осилит идущий, как говорится. Там что-то в районе 270 тысяч нужно было на один флот. 246 на самом деле. Окей, строимся потихонечку. И новый лидер у нас тоже получит себе флотилию. Спящих надо нагибать. Может, разве что этого робота оставлю в живых. Так, чисто по приколу. Мой маленький пет. Так, ты ждешь, ты ждешь, ты ждешь. Их там уникальные скиллы, типа, качаются. Dyson Sphere Star Ring Phase Resonance Complete. 150 тысяч энергии. Но даже сейчас мне говорят, что... А нет, все, это максимум. Прелесть. Так. Жаем кинетику, мы 4 месяца до Black Cube Energy. И вот тогда мы со спящими поговорим. И поверьте мне, им совершенно не понравится то, что мы с ними обсудим. Кстати, мы можем как-то ускорить, блин, строительство на этих базах. Кстати, субсидии. Все субсидии нафиг врубаем, потому что энергия для нас уже не проблема. Единства у нас тоже достаточно много. Бюро шпионажа. Почему нет? Поможет видеть. Ну, кстати, Map the Stars внезапно, который может нам немножко ускорить. Education Campaign. Starbase Upgrade Speed, Defense Platform Build Speed. Ну, такое себе. Не совсем то, что я хотел, но пусть будет. Disparate Measure, это если на нас нападут, у нас будет... Fire rate на своей территории 40% и скорость 30 кораблей еще сотка. Это неплохо. Даже кредиты, минералы. Starbase Upgrade Acceleration. Больше Starbase. Блин, да откуда у меня берется негативная масса со станции 21. И это не Ехов. Но мы можем эту штуку использовать на мегаструктуру базы и планеты. Sublight Speed, ты лишил реген. Мне даже интересно, а где ее утонул-то, а? Здесь ее не показывает. Ладно, это мы продолжим с вами смотреть в следующем эпизоде. Мы активно строим чудеса и все прочее, развиваем наш Эхов кластер. Со временем он будет становиться все больше и больше. Дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно сегодня со мной. С вами был Андеркун. Всем пока-пока.